Привет, ребята! Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Вы не ждали, вы не хотели. В эфире легендарное шоу. У нас был самый очаровательный выпуск, потому что у нас в гостях Татьяна Березовская. Мы похлопаем. Надежда Бобрушева. Это я. Всем приветики. Так. Анонимные алкоголики. Блин, я только сейчас поняла. Мы неправильно, вот с Танюшкой мы, значит, определялись. Для тех, кто не знает, женщины всегда, когда садятся в кадр, они определяют, кто с какой стороны сидит, чья сторона рабочая. И я вспомнила, что у меня с этой стороны зуба нет. И я чисто сижу такая сейчас перед камерой. У меня с этой стороны двух теперь нет. Так что все нормально. Все мы правильно сели. У меня только спереди, правильно, поэтому все, я так сижу. Формат шоу. Мы смотрим дебильное шоу, которое есть на нашем телевидении. Не дебильное, а классное. Хорошо, если что, Надюха их часто смотрит, да. Как вы поняли. Так, сегодня мы смотрим «Опасные связи», наша любимая. Вы смотрели «Опасные связи»? Я вот, если честно, участвовала. Гинеколог после этого. Это что, они не узнали 7-й сезон, 6-я серия? Это же она, елки-палки. Не, я вообще, я фанатка всех этих шоу. И вот мне говорят, это постанова, я не верю. Я не верю. Думаешь, это настоящее, да? Конечно. А ты думаешь, мне кажется, не одна такая тупая. Там люди точно так же живут. Блин, ну что, давайте начнем смотреть. Да. Я еще хотела добавить, мы сейчас будем заниматься тем, в чем наши бабки специализируются уже лет 20. В «Опасных связях»? В комментариях вот таких. Блин, типа, кто тут шлюха? Да. Ну мы тут сразу определим, там скажут нам. Ну, да, я бы поспорила. Я еще не смотрела, но я уже такая, у нас женская солидарность сегодня работает. Не, если тут женщина изменяет, мы такие, значит, у нее была причина. Если мужчина такие, говно, он не имеет права. Кончать таких надо. Шоу про измены, девчонки. Вы там... Вы когда-нибудь трахались на стороне? Ну, давайте, ладно, по парочке истории. У меня, я трахалась с женатыми. В натуре? Да, я первый раз... Блин, по-моему, один раз всего. Да, один раз было. А тебя? Второй раз а заметили. Я был тогда женат. Нет, я, кстати, нет. Ни разу не трахался с женатыми, нет. Ну и замужними, нет. Но жене тоже не изменял. Жене нет, кстати, тоже, нет. Кто сейчас признается? На камеру. При моем же шоу. Я такой, так, я трахался, да. Жена не знает, она сама не смотрит, я так скажу. Так, Танюшка, у тебя что-то было подобное? Да, у меня было. Короче, я переспала с пацаном, потом мне сказали, что у него есть девушка. Они сейчас женаты уже. Потом я узнала про всех, с кем он еще ебался, пока он был в отношениях. Вот, а они типа первые друг у друга, вся фигня, я такая уже... Жесть. И сейчас, да, прикинь, все нормально. Твои знакомые, кто первый друг у друга, они сразу задумались, такие, это ты или не ты? Да, прикинь. Вообще обидно было. Да, ты что, с Казани, да? Ну, чтобы как-то круг сузить. Не сузишь. Нет, давайте не будем выяснять. Казань — это город-миллионник, ты никак этот круг не сузишь, это невозможно. Не, ну там кто первый? Круг уже... мы, может, и не сузим, но очко одного человечка. Так, ладно, что, все заряженные? Это рилс, я считаю. Все, погнали смотреть. Павел Григорьев, 36 лет, архитектор, женат, воспитывает 2 детей. Извините. Нажимай. Ну, по нему прям по отсутствию улыбки видно, что он женат. Но из-за того, что ему там 30 с хвостиком, с рюкзаком до сих пор ходит. Но не видно, что это он изменяет. Вот не видно, потому что он очень грустный человек, у которого есть любовница, он всегда заряжен. Он всегда, эй, классный день, я проснулся. Это знаешь, который по полю бегает, вот так радуется. Да, и такой, сука, пока она трахается, мне этих детей в садик везти. А я видела тебя на пробежках. Да. Но я ради жены. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Павел. Да, Денис. Очень приятно. Слушай, Павел, внимательно. Мне кажется, жена моя мне изменяет. Я даже уверен, она в последнее время так сильно зациклилась на своей внешности, что... На его внешности, как будто она не собиралась зацикливаться. Не, она так смотрела. Ну, с тобой все понятно. Вот на мне, ладно, есть еще можно... Ну, тебе мы жилетку с галстуком купили, теперь мне сиськи вставили. Но судя по тому, как он выглядит, он в целом, скорее всего, вот этот чувак, который... Она помылась. Боже, она зациклена на себе. Точно, с кем тут мутит. Ну, она же женщина. Так-то оно так, но раньше она ходила просто на блин, какой он смешной, да? Без комментариев, даже так-то оно так. Она точно хочет кому-то понравиться, понимаете? Хорошо, будем разбираться. Что вы думаете, на работе кто-то появился, для кого старается?
На работе, наверное, вряд ли, потому что она не работает. На работе, наверное, вряд ли, потому что Аня работает в женском коллективе. А что, она с бабой не может быть? Нет, потому что я вот работаю удаленно. Установим наружное наблюдение, понаблюдаем. Спасибо, ребят. Ладно, разбираемся. До свидания. Парня не ведем, ждем, что скажут ребята. В конце концов, может быть, и подружка есть какая-то, которая, понимаешь, себя так ведет, и она хочет ей соответствовать. Это возможно, но не в взрослом возрасте. Чем старше. Да вы сексисты сраные! В смысле? Я хочу, у меня подружки все очень красивые, я хочу им соответствовать. Но и на стороне тоже трахаюсь, кстати. Такой, ну для подружек. Странно звучит во взрослом возрасте. Во взрослом уже подружки в собесе должны быть где-то. Там уже вообще наружное наблюдение устанавливать не надо, они уже на лавке знают, что куда. Оперативники следуют за подозреваемой, которая отвела детей в садик, а затем отправилась на работу. У нее пуховик, она не выглядит как женщина, которая хочет увеличить грудь. Если бы она уже такая в шубке ходила, на каблучках. Да, но это регион, поэтому жилетки. Подожди. Ну, типа, хочешь сказать, что в пуховике люди не изменяют? Ну, если молния не заедает, то... Типа, там же пуховик вот так, ты просто поднимаешь такой, ну чё? Для этого же есть куртки, где вот это вот низ отстёгивается. Анна Григорьева, 35 лет, менеджер в турфирме. Замужем, воспитывает двоих детей. Работаем ногами. Анна подошла прямо к офису, но почему-то не стала заходить внутрь. Несмотря на мороз, она... Да потому что она уже в рот ебала эту работу, очевидно. Два ребенка, работа, какой... А то, что она турагент в 2024 году, вас не смутило? Человек без заработка, блядь, я не знаю. Ну, она просто сидит такая, да ё-моё, может, я в Инхантере что-то найду новое. Наш любимка снился, мы сексом занимались. И у него... Кто такой любимка? В смысле, кто такой любимка? Время пострелять. Не лето, не лето, тебе снился вот с таким, да. Потому что вот зима, видите, не лето. Вот с таким любимкой. И он когда танцует, вот с таким. Мария зовут женщину. Рассказывая про свой эротический сон, коллега Маша сказала, что ей приснился наш любимка. Что бы это значило? Обеим женщинам нравится... Наш – это общий, насколько я знаю, правильно? Кстати, да, наш любимка. Представьте, наш любимка, вот такой. Манки, какой тебе. Ну, это точно вымышленный персонаж, где увидели мужчину вот с такими вот это вот вообще. Где у него вместо хуя рука? Пойдем вот сюда. Когда я уже там была, не хочу. Оставили дежурную группу у входа в офис докладывать. Принято. Весь день подозреваемая провела на работе. Вечером Анна вышла из офиса в компании уже другой своей коллеги. Не той, что ужас. Господи, сколько много коллег. Алло, да. Вера, женщина, но мы звонок сейчас пишем. Спасибо. Ой, давай потом, попозже, сейчас как-то не до этого. Неясно, с кем говорила она. Внимание, внимание, из офиса вышел мужчина. А кто звонил? Да, подружка там, ей делать нечего. Всегда подружке так отвечаешь, давай потом, все, я не хочу. Это подружка, которая тебя просто заколебала. Я вам так скажу, у меня вот если звонит мне моя подружка Леночка, я откладываю все дела, но потом там точно есть какая-то офигительная история, потому что сейчас же все... Янка, Надюха, мне любимка снился. Да, вот такой у него был. Но меня больше разъебало, что чел, там здание огромное, многоэтажное, просто чувак вышел из здания, такие, с ними в одном здании мужчина. Как будто, знаешь, из женского монастыря, блядь, вышел, я будилась. А тут, ну что удивительного, непонятно. Смотрим. Может быть, вас подвезти? Не, спасибо, Евгений Анатольевич. Точно? Да, да. Давай. Евгений Анатольевич, на вы. Так, ну, помнишь, что мне нужно рассказать? Ань, один момент забыл сказать. Можно тебя? К сожалению, нам не слышно, какой такой момент Евгений Анатольевич забыл рассказать. Как это не слышно? У них микрофоны, блядь, висят. Да, вот петличка, да. Есть один момент. Не, а он думал, знаешь, такой, он такой, иди сюда, я тебе наушку скажу. Сегодня я тебе приснюсь. Вот с таким. На следующий день Анна снова отвела детей в сад и пошла на работу. Самая обычная жизнь самой обычной женщины. Довольно.
Ладно, идет. Доброе утро. Довольный идет. Они уже бесятся. Какая ты довольная. Довольная. Как будто нож, этот муж выебал ночью. Женщина не может идти довольна после двое детей. Муж в красной шапке. Она не может быть счастлива. Не, может, утром душ хороший приняла. Да, конечно. Прям лейка, ну там прям сильный упор там был. А-а-а. Отсылочка тонкая. Конечно. Анатолич, да? Ребята, у нас все готово к завесу? Да, Дим, мы готовы. Как скажешь, сразу начнем. Ну тогда отправляйтесь. Все, пошла группа, окей, начали, мужики. Даже один Евгений Анатольевич, работающий вместе с Анной в одном офисе, это достаточный повод для установки камеры. То есть, другими словами, то есть даже один мужик может ее чпокнуть. Этого достаточно. Так у нее юбка вот такая, там, чтобы чпукнуть, надо 500 лет закатывать. Это что там такое? Же еще по-любому колготочки с начесом, это зима явно. Да. У нее двое детей, сапожки. Нет, это... Я делаю ставку, что это не Евгений Анатольевич. Думаешь? Не верится? Там в любом случае на поебаться надо двое суток выделять, пока они разденутся, там, пока помоются. Нет, это не Евгений Анатольевич. Нет, моя ставка. Забавно, если мы узнаем, что в чисто женском коллективе, кроме него, работают и другие мужчины. Фиксируем, страхуем, готовы ко всему. Фиксируем, страхуем. Хочу там эквилибристику уже какую-то. Тихо, мы работаем. Опа. Есть камера. Четко. Как они их поставили? Здравствуйте. Есть кто? Здравствуйте. Ну, проверка сигнализации пожарных датчиков и так далее. Но они идиоты, конечно, редкостные. Они же могли прийти в турфирму, как люди, которые хотят купить путевку. Тур? А им бы не поверили, это 2024 год. Они такие, да кого обманываете, вы чё? Очень хочется в Тверь. И всё, они бы могли там типа просто пройтись, типа, можно глянуть в вашу офис, что это не халтура, все дела. Вот, мне надо там работать, вот в этих вот опасные связи. Соответствующие. Быстренько датчики посмотрим, у вас вытяжки, все дела. А так пришли, блин, просто какие-то люди с улицы. Да, он, прикинь, он даже не попросил какое-то удостоверение, он просто такой, мы проверяем сигнализацию. Проверяйте вообще, у нас ее нет. Мы смотрим сейфа, да, конечно? Ноль датчиков. Спасибо. Я тогда там займусь сейчас. Да? Нужно будет тогда... Это я сторис записываю. Танюх, не в обиду, но реально похоже. Рыбий глаз, камеру. В офисе Анны и Евгений только вдвоем. Причем они сразу занялись делами, а не пошли делать чай или кофе. А вот остальные сотрудники пренебрегают рабочей дисциплиной. Походу все. Дим, ты меня слышишь? Я до сих пор шокил. Под сканером установил камеру где-то, просто воткнул. И у них, я заметил, у них всегда вот во всех выпусках, они одним движением устанавливают камеру. Да, да. Типа они пересмотрели «Дети шпионов» такие. Да, да. Все. И это где-то сидит всегда в фургончике каком-то постоянно. Мне странно, если ночью сидит, знаешь, этот фургон мороженого. Теперь мы сможем понаблюдать за всем, что происходит в офисе. Пока в общении Анны и Евгения ничего предосудительного не было. Однако почему-то наша подозреваемая скрывает от супруга тот факт, что у нее на работе есть коллега мужского пола. Ужас. Я вот не согласна, Есть такие вот мужики, которых ты, ну вот извините, за бабу воспринимаешь. Да? Которые, вот прикинь, вас толпа девок. И вот один вот есть, он единственный, и ты такой, да это Серега, он с нами. Да? Вот так. Он с нами. Он с нами. Да. Вот я даже я не знаю, как он сидит, чтобы сейчас никто из мужчин не обиделся. Ну от которой ты такие, ну смотришь, ну он такой, ну тютя прям. Да, ну, тютя. Вот этот вот, ну тютя. Серёжа. Ну он не тюбик, тюбик это для мудаков, а он просто тютя, вот это вот сыночка-корзиночка вот это вот по жизни. Сыночка-корзиночка? Ну да, есть. Ты где этих фраз набралась? Ты с бабками сидишь где-то, да? В комментариях, потому что я смотрю все эти рилсики, поэтому ничего удивительного, что она ему не сказала. Наша команда ведет наблюдение за Анной Григорьевой по просьбе ее мужа Павла. Сейчас она на работе. Кроме нее в кабинете еще две сотрудницы, Маша и Вера. А вот Евгений сидит в отдельном кабинете. Опа, в отдельном. Отдельный кабинет.
Для ебли. Он завел туда Анну. И диванчик есть. И Анатолий. Надо было не камера, а ультрафиолет. Можно было сразу, да, просидеть, прикинь, там сразу все белое. Такое, да ё-моё, тут без камер, тут все понятно. Прикинь, прям по белому написано, он изменяет. И она изменяет. Здесь была Анна. Да. А что это старая Грымза? Отсюда. И такой маловатенький, сексуальный у нас ночами. Девчонки, хочу его. Нормально, женский коллектив, вот, знакомьтесь. Знакомьтесь. У меня были мужчины-начальники, я хотела ноль раз, если честно, потому что это же работодатель. Ты на него смотришь и такой, ну тут этот Серега как раз. Тут вот это, ё-моё, что с этим начальником? Он мне зарплату не повысит, ни с матерью не познакомит. Да, но я все равно не верю. Мне вот кажется, вот на работе нет такого, что женский коллектив такие сходу, ну я хочу его. Они сначала проверят, кто еще его хочет. Да, 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 100%. Чтобы не было вот этой конкуренции женской. Да, чтобы не попадать в это все. Но если они его хотят, хули они все в сером сидят. Ну, он не одна, он в короткой юбке, видишь, она типа вот это же в кожаной, да? Блин, ну вообще жалко, конечно, что их лица не показывают. Да, по лицу можно понять, кто шлюха, как будто бы. Да, 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 в офисе 100%. У любой женщины все на лице написано. Да? Ну что у меня на лице написано? Провокационный вопрос сразу. Похудела на 7 килограмм. Ой, спасибо. Все. Ты, Танюшка, это женская солидарность называется. Добрый вечер. А у Татьяны тоже. Татьяна, вы сегодня прекрасно выглядите. Вот спасибо. Так вот. Спасибо. Но при этом... А у меня что, у меня тютечка, да? Вот это вот. А ты сыночка, да. Не, ну как вот понять по лицу, типа, шлюха она или нет? Блин, я на самом деле, у меня есть теория. Короче, ты наверняка, ты же в Брянске. У него, да, ценник везде, да? Ценник. Нет, на самом деле, всегда были вот эти вот старшеклассницы, ты еще помнишь, по школе, которые они сильно потасканно выглядели. Помнишь? Да. Вот эти вот, они вроде с чистой головой, вроде накрашены, но ты на них смотришь, она капец как потаскана. Есть просто такая история. Да, в седьмом классе. Немножечко выебалась с дробями. И, короче, и оказывается, когда мужчина с женщиной, там, женщина начинает беспорядочно заниматься сексом, то есть секс мужчины и женщины, это идет энергообмен, то есть он тебе дал свои эмоции, ты ему свои... Такие павербанки, да? Да, 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 вот когда бери заряд. По любви, да? Бери заряд. А тогда бери заряд, раз, это, когда это, бери заряд. Бери заряд, это шлюха, да, которая стоит, у него много вот этих... QR-код навел. Да, ценник высветился, такой, ну я беру его. И, короче, и они из-за того, что много отдают своей энергии, а типы их просто ебут и в обратно ничего не отдают. Mm-hmm. Потому что ты такой, у тебя же наверняка должны ебать. Тебя же наверняка ебали. Ну скажи, поделись, как это. У тебя был период, когда ты трахнул и пошел дальше, вообще забыл про этого человека. У тебя есть женщины, про которых ты вообще не помнишь, что у вас что-то было? По пальцам пересчитаю. И вот у меня просто вот есть знакомая, и мы как-то вспоминали ее всех типов, там ну, очень смешной список, там типа она их не помнила по имени и фамилии, там типа Леха мотоциклист, типа вот так вот. И короче, я говорю, а у тебя с Туриком что-то было, там тип по кличке был. Она такая, мне честно, я уже не помню. И она реально, мы так и не вспомнили, хотелось ему написать, спросить, что у вас что-то было, не было. Ну это сильно палевно, да? Ну мне кажется, это сильно обидно для мужчины, когда ты спрашиваешь, там типа, блин, ну прикиньте, я девушка. Да, тебе не запомнили. Митя, я не помню, у нас что-то... Мы трахались, нет, не пойму. Обидно это, если жена пишет. Да. И еще хуже, если она такая, да, к сожалению, помню, у нас с тобой что-то было. Поэтому я бы тоже не хотела, чтобы мне кто-то написал, Надюк, я не помню, я тебя ебал или нет? Так не надо. Поэтому... Поэтому пускай пишет, Надюх, я тебя ебал. Раз тут так и скидывают. Анна пресекла болтовню коллеги и вернулась к работе. Она кажется очень ответственной и спокойной. Однако, как гласит старая поговорка, в тихом омуте черти водятся. Вы видели? Она просто что-то закрыла какой-то документ и радуется. И такая, я научилась сортировать папки! У меня наконечно в Excel столбик не сбился. Мы решили продолжить наблюдение в офисе, чтобы лучше понять характер взаимоотношений в коллективе. Ресурсы и время у нас на это есть, потому что Анна сейчас находится в салоне красоты на какой-то косметологической... Сука, все выходят мимо этого зеркала, ни одна не сфоталась, это точно подстава. Точно, это постанова. Это постанова, да. Здравствуйте. Я пришла. Вот так, да. Ну, вы же сказали стараться. Я буду стараться. Тихо, только это не показывайте. А что вы не поняли? Да, вот как она... Вот так история.
женщина пошла на риск и проиграла. Евгений Анатольевич, похоже, был шокирован подобным поведением. Вежливый, деловой, скромный. Однако почему же Мария так уверена, что с Анной у него что-то есть? Сейчас выйдет планета. Она что, получается, она пришла к нему, сказала, давай, а он сказал нет? Но это не его жена. Это не того типа жена. Типа, он сказал, не, я хочу и ту, да? Я жду ту, которая там подойдет. Это та баба, которой он сразу понравился, которая такая, я его трахну. Она пошла его трахнуть, и он такой, ну, стоп, да-да-да. И он ее все выгнал. Блин, ну это, наверное, очень обидно. Типа, если б... Открой свое турагентство. Если да. Блин, я бы даже сняла на челку, которая черный лифчик под белой блузкой носит. Да. Я такая, ну это деревня. Не-не, одевайся. Девчонки, совет, никаких черных лифчиков под белой блузкой. У нас теперь такое шоу, даю советы. Следующее мы смотрим шоу «Перезагрузка». Комментируем его. О, кстати, с пацанами посмотри как-нибудь «Перезагрузку». Ну, с пацанами или с вами? Нет, с пацанами. Мы-то баба. Интересно мнение мужчин. Да, ну ладно, мы глянем. Погнали. Забыли про нее. Идет третий день наблюдений. Уже третий день. Марии после вчерашнего. Блин, а я, знаешь, поняла всегда, никто же не ловит с первого дня на измене. Да, надо хотя бы хоть три дня пройти. Всегда там типа 3-4, потому что с первого дня такие, да сука, нас не дохрон из-за тебя, зачем, блин? Ну прикинь, на первых минутах поймали, но это рилс, это чисто в рилс. Ты знаешь, такое дело, Мария, она, в общем, теперь не работает. Я не хочу сейчас нанимать каких-то левых людей. Ее зарплата освободилась. Он предлагает ей дамку уволенной. Ой, спасибо большое, это очень приятно. Спасибо. Ну, ты всегда успеешь меня отблагодарить. Так, всем внимание, но это харассмент в чистом виде. Вот так вот. А ты говоришь, он хороший, не пристает. Глянь. Всегда успеешь меня отблагодарить. Всегда успеешь отблагодарить и вот так садиться. А я бы отблагодарила. Я такая, больная ставка. Купила туфли новые. Да, да, да. Сразу. Не, ну вот это вот, знаете, вот этот я... Мне нравится, что она такая, ах, все. Вот интересно, она сейчас бросит работу или нет? Сейчас смотрим. Сейчас, видимо, женщина выбежит. Ты в порядке? Ну, козел. Не работает по ней. Евгений Анатольевич оказался совсем не скромным и совсем невежливым. Еще он, видимо, любит контроль, власть и все недоступное. Проявившую инициативу Марию он выгнал, а вот равнодушие Веры его... Так смешно. Он любит власть, контроль и все недоступное. Поэтому турфирма в 2024 году. А еще смешно, что он такой, типа, вот сказали, он доступную отшил, ему неинтересно, недоступную попытался склеить. А вот эта Анна, она ни туда, ни сюда. Он такой, блин, что с ней делать, не понимаю. Просто молча хуем. Ладно, пусть просто работает, пусть все, окей, все, окей. Как смешно, что у них карта просто мира, типа, куда вы никогда нахуй не полетите. Просто карта мира в офисе напротив, как будто он то ли географию, блядь, преподает. Не-не-не, видишь, мне кажется, карта, это же просто карта России. И он чисто, у них это золотой путь. Золотое кольцо. Да, чисто по золотому кольцу. А, реально, это же карта России, елки, я не обратила внимания. И все, ну, такое, ну мы такая. Мы или на Магадан, или Коломна. Опа. Домогалась, в общем-то. Приставала? Ну да. Мерзкий тип. Что-то ей нужно было, видимо, от меня. Что она сделала? Нормально, тут все ясно, господа. Вроде того. Да, у меня есть. Это не офис туристической фирмы, а какой-то притон или дом терпимости. И кажется, приличным человеком здесь была одна Вера. А наша-то Анна, само трудолюбие, сама пунктуальность и сама скромность на деле оказалась беспринципной лгуньей и изменницей. Опа! Ужас! Ужас с ним? Бля, как вы про диван угадали? Ну диван же всегда, вот диван же там не просто так стоит. Да, ты всегда, и меня еще, знаете, мне понравилось вот этот, знаете, флирт.
она меня домогалась. Как? Вот так? И она такая, да, вот так. Я, знаете, если честно, это я, мне кажется, так пьяная подкатываю. Да. Это мой пьяный флирт, но не трезвый, еще и на работе ты смотришь и такой, вау, ребята, вы, конечно, молодцы. Вот это в 15:38 вы. Но если бы там был тип помоложе, она бы такая, типа, и как она подкатывала? И он такой, о, Чиназес, сюда. Пока Анна развлекается с начальником, Денис встречается с Павлом, чтобы сообщить ему неприглядную правду о его супруге. Новая шапка! Вот да, да, хотел сказать. Вот, а у него, короче, мультик, как из мультика очки вот эти у какой-то женщины. Которая в корпорации монстров на вахте сидела. Вот это. Вазовский, вы опять не принесли документы. Точно, вот куда она делась, та женщина. Майк Вазовский. Вот так с Денисом доложу. Приветствую. Здравствуйте, Павел. Есть? Есть. Какие? Плохие. Сфиксировали сегодня, все-таки мы измен... С каким лицом? Ты лицом на плохие. Да ё-моё, да ё-моё, господи, ну зачем? Видели вот этот мем с пацаном, где... Чисто подходит. Мне еще забавно, что он постоянно с портфелем ходит. Его просто позвали, куда я с портфелем пойду? Все вещи с собой возьму. На всякий случай вещи Аньки из дома вынес, чтобы больше шаболды не возвращалось. Деловая встреча. Сейчас покажу вам видео. Это начальник, зовут его Евгений. Он с недавних пор там возглавил работу. Но вы сможете себя в руках? Я уверен, что он там не матерился, там просто... Просто плачет. Я бы, если вот у меня жена с сотрудником просто с каким-то, ну, на месте мужа, да, если бы жена с каким-то просто левым типом изменяла, я бы, конечно, расстроилась. Но это директор, он повысит зарплату, там, типа, ну, да. Детям. Ну, это по карьерной новые, лестнице. Новые туфли дочери в школу. Смотри, может, она, ну, ради семьи вообще старается, пробивает, да, там, конечно. Премию, там, типа. Какой-то. Она вот думаешь, на какие деньги в эти салоны ходит. Если бы вот она его тратила, мог бы возмущаться. А так все сама для себя делает. А потом летом еще свезла бы куда-нибудь, там, в Сочи какой-нибудь. Да. Хотя бы. А он вообще работает или он тоже в школу, блядь, с портфелем? Да, постоянно с полупустым портфелем ходит. Вот. Блин, он чисто вот этот чел из компьютерного центра, который в дом пришел поиграть. Он поэтому подрывается каждый раз. Такой, я приеду, хорошо, у меня все равно никого нет. Блин, есть ощущение, что у него полупустой рюкзак, потому что туда он будет складывать доказательства. Все, смотрим дальше. Ну, придется взять себя в руки. Садитесь в машину, пожалуйста. Вот, и знаете, мне всегда вот что нравится, сейчас простите, они же всегда успевают встретиться, поговорить, доехать до той точки. Мужчины не занимаются так долго сексом. Правильно. И это норма, это норма. Вот правильно. Так вот навязывают через шоу, через все, а потом мужики комплексуют, когда кончают через 7 минут, что, кстати, является нормой. Вообще отлично. Вообще спасибо большое. Либо, если это где-то в школе, то тут 7 минут. Ну, это норма. Где это вас? Мы идем в шоу другое. Ну, правда, не успели встретиться, созвониться, доехать, поболтать, разъехаться. Сейчас. Не, они сейчас в кальянку едут. В офисе Евгений приступил к работе, а ваша жена, как порядочная, хочет вернуться пораньше. Ну, пошли их встретим. Дим, прием. Анна собирается выходить. Все, видишь, она уже собирается выходить. Принял, спасибо. Сейчас я их встречу. Она, видишь, она уже все. Давайте без марта. Может, тоже, может, ладно, мы же там нам не показали, может, они уже там торт попили, чай бы уже там сделали. Какие-то, блин, а это возле секса, такой, по тортику. Смешно, если они наблюдают так же с замазанными лицами. И все это время они такие, блин, мы не за той Анной следили. И такие, а это не ваша жена? Ёлки-палки. Давай. Что, сразу ударил? Да. Вот тоже, извините, пожалуйста, прерву. Я сейчас подумала, а как можно ебаться в офисе? Там зима, у нее пися в колготках вспрела. Ну это вообще не гигиенично ни разу. Блин, я начал... Ужасно. Да. Поэтому, Танюшка в офисе не работает. Чтоб писья не трела. Она такая, у меня ИП Березовская. Да. Только на дому, ребят. Ебемся только на дому, да. И вот там, и что? Возьмите себя в руки. Со своим директором.
Это программа «Красной связи», мы расследуем супружеские измены. Да, поэтому мы здесь. Евгения, вы... Поэтому здесь. Подождите. Мэн, он видел? Он же шапкой ее бил. Может, да? поэтому та шапка красная была? Он просто ее просто истоптал в крови. Это, знаете, помните, как всегда бабка нас наказывала в детстве? Зараза, вот это вот, иди сюда! Да, веником, шапкой, всей херней вообще. Он бы, знаете, еще вот так вот бы зашел. И помните, как в школьном лагере, когда вот так полотенце скручивали? Да, морковку. И краешка вот так хуярила. Она такая, боже, ты так жесток, я не могу. Придется сейчас объяснить вашему мужу, что произошло между вами в начале. Объяснять? Кто это ты? Это ты! Кирилл, лови его! Лови, отпусти! Тип просто спокойно дверь закрыл, такое, давайте там, спустись, неудачник, господи. Такой, да я пока тут посижу, пока все разойдутся. Да. В офисе установлены скрытые камеры. Ваш муж видел, чем вы занимаетесь со своим начальником. Подождите, немножко дышим. Да. Она ему ногу разбила? Да не, у нее села как красный. Дышим, приходим в себя. Прибрал сюда! Ты че? Я понимаю, что ты Так вы же априори с женщинами и с мужчинами работаете, потому что либо женщина обращается так же, если мужа застукали, она его лезет пиздить. И наоборот, то есть, в смысле ты с женщинами не любишь работать? Ты неизбежно, у нас гей-пары запрещены в России. А почему Евгения не выскочится? Если ничего не было, почему Евгения испугалась? Камеру уберите отсюда, я сказал! Эй, расскажите нам! Вышел. Как это? Кто вызвал Евгения? Ляня, он просто выходит так, как кто-то пернул на такой час. Он сразу шишел-мышел, пернул, вышел. Блин, она пока впиздится в пуховике, она еще сильнее вспрела. Я просто забочусь о жизни. Как ты, да, забочусь? Ты прям как гинеколог. Господи, да невозможно! Куда ты вышла? Да. А если бы еще задница на лед бы упала? Как вы выстраиваете взаимоотношения с подчиненными? Нормально. Нормально, все домой. Вот так вот. Хоть сиськи, хоть себе сделай, что хочешь делать. Домой не приходи, чтоб ноги твои не было. А ты это смотри! Ты как не делала! Поняла меня! Денис, просто отвези меня домой. Камеру убери! Слышал, как только Денис, просто отвези меня домой. Ой, как после клуба, да, такой. Мне было слышно такое, Денис, пожалуйста, увези меня. То есть такси мы вызвать не можем, на метро дойти. Это я тебе говорю, это вот эти вот тюки, которые, Денис, отвези меня домой, я не хочу их видеть. Вот я вот по нему сразу видно, я бы ему тоже изменяла, если честно. Да? Ну ты просто, да, из-за шапки, наверное. Да. Такой, господи, ну красный, да все, иди отсюда. Шарф полосатый, блядь, тип из Хогвартса сбежал. Тип, который с эмо-фестиваля недавно вернулся, сразу такой, блин, этот нефор, блин. Готовьтесь камеры, как сказала девушка. Ну, серьезно, в этой ситуации вы не правы. Ваш, вон, начальничек где? Работает. Я вон там был. Начальничек, куда ты спрятался? Убер вызывает. Кулер к нему приставал, а он к ней приставал. И что он здесь устраивает на рабочем месте, будет интересно, я думаю, не только вам, но и специальным органам. Специальным органам? С каким? А кто туда подключится, на эти МФЦ? Да, я, кстати, на самом деле, я действительно не знаю службу, тем более, если она не обращалась сама, вот эта Вера, типа, и то, по-моему, за домогательство не сажают же, да? За домогательство? Но если ты не обратишься. У нас, по-моему, нет такой статьи. Нет, почему? Есть же. Есть. За домогательство есть, конечно. Да, специальные органы, это что-то типа селезенка. Да, печень обращается. А, за меня домогается, прям до печени хотят достать. Специальные органы вызываем. Ладно, конец. Дядь, нам камеры надо демонтировать. Давай, выходи. Все, муж ушел. Тебе больше ничего не угрожает. Пошли. Группа веса, демонтируем камеры. Принято. Тут не закрывай пока офис. Да. Сейчас ребятки доработают. Ну как спокойно, ну вообще. Анна надеется, что сможет вымолить прощение у мужа и наладить с ним отношения. Павел не стал подавать на развод, чтобы не травмировать детей. Но простить Анну пока не готов. Ужас. Я не понимаю, когда люди не разводят. Такое, ты и не готов простить, и не разводишься. А зачем? Ради детей он будет. Это херня собачья. И поэтому дети будут, вместо того, чтобы спокойно разойтись, дети будут еще лет 10 наблюдать, как они пиздятся. Да, так же вот в этом, на кухне. Психологических травм. Так, давайте тезисно. Как вы, вам вообще как? Жалко героиню, не жалко?
Никогда не изменяйте с начальником. Раз. Да, ясно. Не сри там, где ешь. Это правильно, база. Это закон. Не носите красную шапку ни в коем случае. Да, я же говорю, не сри там, где ешь. Да, иначе да. Либо вас съест волк, либо вот... Да, либо Дэн Антипи, наверное. Что еще? И всегда, всегда, если думаете изменять, ставьте диван в офисе. И предохраняйтесь. Да. Все, так, я такие тезисы понял, правильно? Да. Все? Танюшка, да. Есть что добавить? Да вот я бы, ну вот мы уже выяснили, что если вы изменяете, но тут очевидно, муж в красной шапке, это... Да, это red flag. Я бы... Горит. Все, ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Спасибо большое, что посмотрели. У нас на этом все. Всем до скорой встречи, всем пока, до свидания. Счастья, любви.